Зима в этом году началась в Приморье с экстремально низких по меркам края температур. В отдельных районах столбик термометра упал сразу на несколько градусов ниже среднегодовых значений. По мнению синоптиков, аномальные холода с северным пронизывающим ветром продолжат преследовать жителей Приморья почти до самого Нового года. И рассчитывать на оттепель пока не приходится. Происходит вторжение холодного арктического воздуха, соответственно, и температуры существенно понизились в крае, холодно уже несколько дней, но вот минувшая ночь, она выдалась самой холодной за весь этот период. Столбики термометров сегодня ночью на севере края опустились до минус 36 градусов. Преобладающий фон температуры при этом, ну, в целом по краю тоже низкий, от 18 до 28 мороза. Что касается Владивостока, здесь температурный фон несколько мягче. Ниже 17-18 градусов пока еще не было. Однако близость к морю, ветер и неровный ландшафт приводят к серьезному урону в плане комфорта для теплолюбивых горожан. К слову, муниципальные и региональные власти публикуют на официальных ресурсах памятки о безопасном поведении на льду и в трескучий мороз. Ведь низкие температуры вкупе с ветром могут представлять реальную опасность для жизни и здоровья людей. В частности, вам может угрожать обморожение или переохлаждение. Специалисты советуют не курить на морозе, не гулять на голодный желудок, не стоять на ветру, следить за лицами товарищей, чтобы вовремя увидеть признаки обморожения. Такие температуры, вот, которые мы сейчас отмечаем, они более характерны не для начала декабря, а больше уже для конца месяца или даже середины зимы. И среднесуточные значения температур ниже климатической нормы для этого времени года, ну, в среднем на 5-8 градусов, если брать в целом все Приморье. Прогнозы синоптиков Приморского гидрометцентра в отношении декабря не слишком обнадеживают. По мнению специалистов, по крайней мере еще две недели в крае будет господствовать тяжелый и холодный воздух из Арктики. Ближе к концу месяца похолодание может составить минус 37 и даже минус 38 градусов по Цельсию. Ему будет предшествовать циклон, который все же обещает смягчить аномальные приморские морозы, пусть и на короткое время. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, новости на восьмом.